Друзья, Господь Бог услышал меня. Да, Васька вернулся. Да, правда, с клеймом на ухе. Но вернул мне его. Как же здорово. Боженька, спасибо тебе. Спасибо тебе, отче. Слава тебе, Господи, слава тебе. Ой, как же Васенька мой, хорошенький мой. Сладенький ты мой, мальчишечка ты моя, вон он какой. Ай, сладенький ты мой, а. Какая ж красота, ребята. Молите Господу нашему, он все, что только не пожелаете от души, все сделает. Господи, слава тебе, Господи, слава тебе. Спасибо тебе за друга моего, что ты его вернул. Столько не было его, а. Ой, как же душа радуется. Это просто невозможно. Ой, спасибо. Сладкий мой. Спасибо тебе, Боженька, спасибо тебе. Сладко. Ой, спасибо тебе, Боженька, спасибо тебе, отче. Как же хорошо. И не я только один молился, еще многие-многие молились, чтобы Васенька пришел. Вот, и он вернулся. Правда, клеймо им поставили, во. Вон, видели? Тихо-тихо, иди сюда, иди скорее, скорее, скорее. Клеймо поставили ему на ухо. Вот. Вот такое вот клеймо ему поставили на ухо. Вот. Такое вот клеймо. Ну, это такие пироги, ребята. Так что слава Господу, слава.